Дмитрий Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время чемпионата мира. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Подробности прямо сейчас. Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев обвинил Александра Тихонова в доносе на Александра Логинова во время чемпионата мира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в его телеграм-канале. По его словам, именно с этим могли быть связаны обыски в отеле российских биатлонистов. Ранее полиция Италии провела обыски в номерах Александра Логинова и его личного тренера Александра Каспировича. Это было инициировано антидопинговым менеджером Международного союза биатлонистов Сарой Фусек-Хакарайнен. Пока это все. Еще больше новостей из жизни российской столицы не только доступно на нашем сайте mymsk.online. Всего доброго!